Если вам немного за 55, и вы занимаетесь резьбой по дереву, росписью посуды, вышиванием, вязанием крючком, любите петь или особенно проникновенно читаете стихи, то фестиваль творчества «Сердце молодые» для вас. Проходит это мероприятие в поселке Фряново уже второй раз. И если в первые участники были только из нашего городского округа, то теперь они приехали из самых разных городов Подмосковья, а также из Тверской и Владимирской областей. Очень радостно, что настолько актуальным стал этот конкурс. Поэтому хочу пожелать всем, самое главное, успеха. Не обязательно победить в этом конкурсе, да? Но самое главное, чтобы вы сегодня все пообщались. Делимся друг с другом. Что-то новое узнаешь, применишь у себя в своем творчестве. Вот, например, там тоже резьба по дереву. Я с удовольствием посмотрела, познакомилась с ним. Это обязательно обмен, как бы, да, информацией, знаниями. Всего фестиваль собрал больше 300 участников, готовых продемонстрировать свои творческие навыки. Некоторые принимают участие в конкурсе уже не первый раз. И несмотря на достаточно солидный возраст, не готовы останавливаться в стремлении и дальше развивать свои таланты. Это наш возраст. А мне, конечно, через 4 дня исполнится уже 80. Это, конечно, почтенный возраст. Но я не думаю, что я скоро закончу, потому что старости я давно сказала, пока сиди за тем забором, а лучше мчись в вышину. И с верю я, не очень скоро тебя я в гости позову. Твои зеленые глаза, называешь ты меня колдуней, говоришь ты это мне не зря, сердце у тебя я забрала. Все конкурсанты получили грамоты за участие, заряд бодрости и хорошего настроения. А главное, доказали, что они действительно сердцем молодые. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.